Со всех концов России сегодня раздаются бравурные заявления о готовности защищать интересы русских на Украине. Раздаются призывы привлечь казачьи отряды из Казахстана. Участие наших граждан в сирийской войне расценили как преступление, а добровольцев назвали террористами. Интересно, а какой будет реакция казахстанских властей в этой ситуации? Если для присоединения Крыма Россия провела позорный, но референдум, то Казахстан присоединят, просто используя нашу продажную власть. Основной ярлык, который вешает власть России на новую Украину, это то, что она фашистская. Этот раздутый миф с упоением ложится на менталитет народа бывшего СССР. Но этот миф о фашизме не на пустом месте. Его основа — это гибель более 100 киевлян на Майдане. До сих пор не установлено, кто все-таки стрелял. Вот тот, кто заказал стрельбу, и есть источник фашизма.